Hola amigos y amigas. Привет, друзья. Me llamo Анна Ерманок. Soy интерпрете и профессора del español. Меня зовут Анна Ерманок. Я переводчик и преподаватель испанского языка. И aquí con vosotros estamos estudiando español. И мы с вами здесь продолжаем изучение испанского языка. Vamos a seguir en esta clase con el tema de presente de subjuntivo. На сегодняшнем занятии мы с вами продолжим разбирать presente de subjuntivo. Для тех, кто пропустил наши предыдущие уроки, я хочу сказать, что todas nuestras clases están grabadas. Si tenéis algunas dudas, siempre podéis volver a ver el video. Все наши уроки остаются в записи. Если вы что-то пропустили, вы всегда можете видео пересмотреть. Ну, а мы с вами... Vamos a repasar formas verbales. Мы с вами посмотрим сегодня еще раз, как образуются глагольные формы у нас в presente de subjuntivo. И поговорим еще о примерах. Sí, vamos a ver más ejemplos. Давайте для начала вспомним, для чего мы с вами видели чаще всего используется presente de subjuntivo. В каких контекстах мы его с вами видели? Мы его видели с вами в контекстах пожеланий, да, пожеланий. Приятного аппетита от глагола aprovechar. Мы говорили que aproveche. Aprovechar с заменой гласной происходит у нас а изменяется на э, да, и получается que aproveche. Чтобы пошло на пользу, дословно, да, приятного аппетита. Или спокойной ночи. Да? Спокойной ночи по-русски, а по-испански. Чтоб ты хорошо отдохнул. Да, немножко звучит по-русски с определенной долей иронии, мягко говоря, но тем не менее, хорошо тебе отдохнуть, хорошо тебе выспаться. С иронией я имею в виду, звучит что, чтоб. Да? Вот это что или чтоб передается, как мы с вами знаем по-испански, словом que. Que. Que descanses. Глагол у нас descansar. Первое воспряжение оканчивается на ar. Значит, когда мы ставим глагол в субхунтиво, мы меняем a на e, получается у меня que descanses. Que descanses. Чтоб ты отдохнул. Отдохни хорошенько. Que descanses. Сегодня мы увидим еще и другие контексты, другие случаи использования субхунтива. Но каким бы ни был контекст, неизменным остается образование самих глагольных форм. Давайте посмотрим на эти формы. Они у меня сейчас на экране. Пример, vamos a ver algunos ejemplos. Давайте какие-то некоторые примеры посмотрим. Ejemplo número uno, dibujo número uno. Este es tu despacho. Espero que trabajes aún. Это твой кабинет. Я надеюсь, что ты будешь работать с удовольствием. Второй пример. No me gusta nada que comáis, no me gusta que comáis nada antes de las comidas. No me gusta que comáis nada antes de las comidas. Comáis. El verbo es comer y aquí lo que vemos es comáis. Ejemplo número tres. Ejemplo número tres. ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe? No sé. Puede que esté en su habitación. Puede que esté en su habitación. El verbo es estar. Puede que esté en su habitación. Estar es venir en la este. По поводу перевода давайте разберемся. Este es tu despacho. Espero que trabajes a gusto. Это твой кабинет. Я надеюсь, ты будешь работать с удовольствием. Trabajes от глагола trabajar. No me gusta nada que comáis antes de las comidas. El verbo es comer. Y aquí tenemos el cambio de a, ¿da? Comáis. Мне не нравится, что вы едите что-то до еды, antes de las comidas. Третий пример. ¿Dónde está Pepe? ¿Где Pepe? No sé. Puede que esté en su habitación. Не знаю. Может быть, возможно, он esté, находится. Вот глагол estar. Опять-таки, с заменой гласного звука. А на «э» получается «эсте». «Эсте» en su habitación. Vamos a ver
формас вербалис. Давайте посмотрим. Во-первых, с правильным глаголом. Еще раз посмотрим покрупнее. Итак, у нас, как всегда с вами, как всегда, 6 глагольных форм. Ну, здесь нам выделили отдельно, да, usted и отдельно él, ella. Больше, но мы с вами объединим. Смотрите. Trabajar, глагол ar, замена гласного. Trabaje, trabajes. Вот эти две мы с вами всегда объединяем. Él, ella и usted, мы говорим вместе trabaje. Мы trabajemos, вы trabajéis. Вот эти две мы тоже всегда объединяем с вами в одну. Ustedes, ellos, ellas. Ustedes, неважно какого рода. Trabajen. Если в инфинитиве «а», то в формах «э». Возьмем глаголы второго и третьего спряжения. Глаголы, которые оканчиваются на «эр» и «эр». «Comer» и «venir». Замена гласного будет происходить на «а» у нас, да? «Comer». «Coma», «comas». «El», «ella», «usted», «coma». «Мы», «comamos», «вы», «comáis». «И ellos», «ellas», «ustedes», «coman». «Vivir». Viva, vivas. Él, ella, viva. Vivamos, viváis. Ellos, ellas, ustedes, vivan. Claro, es normal, ¿no? Tenemos algunos verbos irregulares. Irregulares. У нас есть некоторые вот индивидуальные спряжения, отклоняющиеся. По-испански они все называются irregulares. Некоторые мы начали с вами смотреть на прошлом занятии. Давайте посмотрим повнимательнее. Во-первых, глагол dar. Dar, давать. Формы какие будут? De, des, de с ударением. Да? El, ella и usted. Во всех трех случаях форма будет de. Мы demos, вы deis. И ellos, ellas, ustedes, den. Здесь написано вот так, через такой дефис. Да, чтобы показать вам, где закончилась основа и где началось окончание. Если вы переписываете, вы можете этого разделения не делать и писать целиком. De, des, de, demos, deis, den. Это форма от глагола dar. Estar. Я диктую достаточно быстро. Изображение у вас на экране. Всегда, я уже говорила об этом сегодня, всегда можно вернуться и просмотреть еще раз урок и для себя формы переписать, если вы что-то не успели. Estar, да, глагол оканчивается на AR, AR, соответственно, замена гласной у нас будет на E. Esté, estés, esté, да, él, ella, usted, в обоих случаях, esté. Мы estemos, вы estéis, и ellos, ellas, ustedes estén. Ser. Разбирали на прошлом занятии, диктую быстро. Sea, seas, sea. Seamos, seáis, sean. По аналогии с sea, ser это быть, да? Быть постоянно star, либо чувствовать себя, либо находиться где-то. Ser это быть. Ver, ver. Видеть. Vea, veas, vea. Veamos, veáis, vean. Успели, я надеюсь, записать. Теперь еще моменты про использование presente subjuntivo. Конечно, строго говоря, вот все случаи использования субхунтива в сложных предложениях, да, вот пожелания – это простые предложения. Чтоб ты был здоров, чтоб ты хорошо отдохнул, приятного аппетита. Вот эти все контексты, это все простые предложения. Que estés feliz, que descanses, que aproveche. Это все простые предложения. Используя субпунктивы в сложных предложениях, помните то, о чем на прошлом занятии спрашивал меня подписчик с ником за перенеями, и то, что мы с вами разбирали. Строго говоря, эти случаи уже относятся к уровню изучения испанского языка B. Мы все-таки, наш курс рассчитан на уровень А1-А2. Тем не менее, я хочу вот эту базу и основу вас заложить, чтобы было понимание. И когда вы пойдете учить язык дальше, куда-то еще, чтобы
вы ориентировались на те базовые знания, которые вами на этом курсе были приобретены, поэтому пусть мы немножечко с вами выйдем за строгие рамки того, что нам рекомендует международная система изучения языков и уровней, да, которые есть в рамках этого изучения. Посмотрите, пожалуйста, некоторые ремарки к использованию субпунктива. Во-первых, что субпунктив может относиться к настоящему или к будущему. Давайте смотреть примеры. Puede que Sonia esté ahora en casa. Относится к настоящему. Возможно, Sonia esté. Находится ahora en casa. Futuro. Mi padre quiere que le ayude mañana. Мой отец хочет, чтобы я ему помог. Ayudar, а здесь ayude mañana. Относится к будущему. Еще примеры. Очень аккуратно здесь нам пишут, и также аккуратно буду транслировать вам я, что субпунктив используется с некоторыми конструкциями, которые у нас выражают желание. Желание или пожелание, скажем мы с вами по-русски. Смотрите. Puedes venir, Sonia. Quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes. Я этот пример вам объясняла немножечко иным способом в прошлый раз. Очень удобный способ понимания индикатив или субпунктив, да, или инфинитив или субпунктив. Если желание высказывает один человек, а исполняет желание будет другой человек, то не сомневайтесь, без проблем ставьте субпунктив. Вот здесь. Quiero, это я quiero, que me ayudes, me vas a ayudar tú. Por eso, aquí vemos el subjuntivo. Да? Хочу я, помогать будешь ты, поэтому используется субпунктив. Далее. Juan ha tenido un accidente. Juan ha tenido un accidente. Ojalá no sea nada grave. Вот еще одно слово арабского происхождения, которое мы с вами можем использовать перед тем, как высказывать какие-то желания или пожелания. Да? До этого мы говорили просто que descanses, que aproveche и так далее. Да? Есть еще такое слово ojalá. Ojalá хоть бы. Слово арабского происхождения, и по звучанию, и по ударению вы можете догадаться. Да? Итак, Juana tenido un accidente. У Juana была авария. Ojalá no sea nada grave. Ojalá no sea nada grave. Хоть бы. Хоть бы, но sea nada grave. Хоть бы не, это не было ничего серьезного. У глагола ser используется sea. Sea. Форма sea. Еще. Субфунтив может использоваться для выражения возможности. Да? Es probable que el Boca Juniors gane la Copa este año. Возможно, что они выиграют. Ganar, замена гласного, gane. Да? Es probable que gane. Еще примеры. Te ha llamado Adela, но quizá Me llame esta noche. Quizá или quizás, оба слова, мы на русский переведем с вами как может быть, возможно. Может быть, возможно. Мы сейчас очень широкими мазками рисуем эту картину. Пожалуйста, не переживайте, если вам кажется, что, о боже, сколько же случаев использования субпунктива за раз. Их на самом деле очень много. Это не значит, что мы сейчас все это ринемся с вами изучать. Я просто показываю вам, как эта картина мира выглядит в целом. Да, потом некоторые из этих фрагментов мы с вами посмотрим поподробнее. Сейчас я просто даю вам разные примеры, чтобы вы видели и это субпунктив, и это субпунктив, и это субпунктив. Еще пример. Con algunos verbos y expresiones que expresan diversos sentimientos. Выражение чувств. Sorpresa, agrado, desagrado, asombro, miedo. Выражение чувств. Удивление, радость, грусть, еще удивление, сюрприз, страх и так далее. Посмотрите на пример. Не будем сейчас здесь в дебри вдаваться, просто посмотрим очень понятные примеры. Me gusta que seáis educados, niños. Me gusta que seáis educados. Опять-таки подходит под ту проверку, которую я вам дала в прошлый раз. Me gusta, мне нравится. Que seáis educados, чтобы вы были
educados, educación, да, отсюда же происходит educado, образован. Мне нравится, чтобы вы были образованы. Помните, нравится мне, образованные вы. Очень удобно себя проверить на предмет, тоже используется против. Еще. Tengo miedo de que me echen del trabajo. Echar. Выкидывать, выбрасывать. По замененному гласному я понимаю, что это субхунтив. Осталось объяснить себе, почему же он здесь используется. Tengo miedo de que. Я боюсь. Tener miedo – это бояться. Tener miedo, кстати говоря, используется либо с D, либо с A. Да? В данном случае с D. Tengo miedo de que me echen del trabajo. Я боюсь, что меня выгонят с работы. Опять-таки, возвращайтесь вот к этому примеру, к этой проверке. Я боюсь, что выгонят. Боюсь я, выгонит кто-то другой. Здесь во множественном числе, да, выгонят, как и по-русски мы также говорим. Разные у нас субъект и объект, поэтому, в частности, поэтому здесь субъектив. Vamos a ver algunos ejemplos. Давайте теперь смотреть вместе пример. Ejercicio. У нас все как обычно, нам нужно с вами раскрыть скобки. Tienes un momento, Carlos. Quiero que me, в скобках, tú ayudar. Значит, нужно поставить глагол ayudar в форме на tú. Quiero que me ayudes. Давайте проверять. Ayudar, глагол на ar, произвожу замену гласного звука. А на e получается quiero que me ayudes. Хочу, чтобы ты мне помог. Ha llamado el señor Cabrera. Quiere que nosotros trabajar el sábado. Давайте смотреть. Quiere он. Que nosotros, чтобы мы. Trabajar. А меня на E. Trabajemos. Trabajemos el sábado. Чтобы мы работали el sábado, в субботу. Rosa quiere que le prestar el coche el domingo. Ну, во-первых, prestar el coche. Prestar – это одолжить. Rosa quiere, Rosa хочет, que le, yo, preste, да, будем prestar, а меня на e, форма будет preste, que yo le preste el coche el domingo. Cuatro. No me gusta que tú estar triste. Pedro. No me gusta. Заодно давайте проверять случай использования субъектива. No me gusta. Мне не нравится. Que tú. Что ты. Estar. Глагол на ar. Произвожу замену гласного на e. И думаю про лицо. Значит, estar. Первая форма будет esté. Yo esté. Tú estés. Él. Ella usted esté. Значит, no me gusta que estés triste, Pedro. Triste – это грустно, да? У нас бывает alegre. А triste – это alegre, веселый, triste – это грустно. Итак, no me gusta que estés triste, Pedro. Давайте проверим, действительно ли здесь должен быть субъектив. Вполне себе подходит. No me gusta – не нравится мне. А estés triste – ты, Pedro. Одному не нравится, а другой грустный. Вполне себе подходит. Помимо того, конечно, что основное правило – это то, что все у нас чувства и эмоции у нас передаются с использованием субъектива. Далее. Espero que me escribir ustedes. Espero que me escribir ustedes cuando lleguen a Santo Domingo. Cuando lleguen a Santo Domingo. Espero, я надеюсь, que me, что мне, escribir ustedes. Образуем форму. Во-первых, escribir, глагол на ir, значит, противоположный гласный у нас будет a. Escriba. Escriba, escribas, escriba. Escribamos, escribáis, escriba. Так.
Подбираю нужную форму. Ustedes, последняя форма, escriban. Espero que me escriban cuando lleguen a Santo Domingo. Тут целый каскад субхунтива. Давайте посмотрим поподробнее. Во-первых, espero que me escriban. Я ожидаю, я жду. Que me escriban. Или надеюсь, тут можно по-разному перевести. Да? Я надеюсь, что вы мне напишете. Надеюсь я, напишите вы. Поэтому я использую здесь субхунтив. Да? Espero que me escriban. Ладно, тут вроде разобрались. Смотрите дальше, как интересно. Cuando lleguen a Santo Domingo. Давайте смотреть. Глагол у меня llegar, приезжать, прибывать и так далее. И здесь у меня lleguen. Раз произошла замена гласного. Обратите, кстати говоря, внимание еще и на написание. Как именно здесь написано глагол llegar, для того, чтобы не было произнесено как llegen. Да? Llegen. Llegen. Добавилась буква У. Теперь давайте смотреть, почему. Cuando lleguen a Santo Domingo. Здесь у нас субхунтив выражает значение будущего времени. Когда вы приедете. Вот это условие. Опять-таки, это использование субхунтива в сложном предложении. Это у нас придаточная часть этого сложного предложения, относящаяся к будущему. Когда вы приедете в Санто-Доминго. Ustedes, да? Cuando. Есть нечто похожее в английском языке, да, как после if не бывает будущего времени, например, в английском. Также и по-испански после si, условно, si не бывает будущего времени. И также после слова cuando, если придаточная часть предложения относится к будущему, когда вы в будущем приедете в Санто-Доминго, то не используется известное нам с вами время футуру, да? Да? Это условное предложение, а используется именно субхунтив. Поэтому объяснение такое, резюмируя вот эту пятую фразу. Espero que me escriban cuando lleguen a Santo Domingo. Escriban и lleguen в обоих случаях используется presente de subjuntivo. В обоих случаях это presente de subjuntivo дает нам понять, что в первом случае у нас я надеюсь, что вы мне напишете, да, субхунтив использован, потому что есть выражение, ну, там, требования, надежды, желания и так далее, ожидания, как угодно. А во втором случае cuando lleguen a Santo Domingo, потому что это условное предложение, которое относится к будущему. Когда, да, предаточное время, когда вы там, приедете в Санто-Доминго. Неважно, условия или в данном случае времени. В любом случае относится к будущему времени и требуется использовать субхунтив. Шестое. Ha llamado Lolita. Quiere que nosotros comer fuera el domingo. Ha llamado Lolita. Мой любимый вопрос. Какое время? Ha llamado. Прошедшее, это уж мы точно с вами выучили на зубок. Ha llamado. Позвонила. Позвонила Лолита. Quiere que nosotros comer fuera el domingo. Она хочет que nosotros comer. Изменяю comer до формы nosotros. Во-первых, comer. Глагол оканчивается на er, да, er, поэтому использовать буду a. Yo, coma, tú, comas, él, ella, usted, coma, мы comamos, вы comáis, ellos coman. Это очень полезное упражнение. Вот прям проспрягать, прогнать глагол через все формы, в данном случае через все формы presente de subjuntivo. И теперь, когда мы получили все шесть форм желаемых, теперь выбрать нужную. Итак, quiere que comamos, fuera el domingo. Quiere que comamos fuera el domingo. Она хочет, чтобы мы где-то вне дома поели в воскресенье. Ella quiere vamos a comer nosotros, por eso tenemos aquí el subjuntivo. Да, помимо того, что это выражение желания, она хочет, да, еще и очень удобно здесь действует правило субъект-объект. Хочет она, есть, будет мы, есть будем мы, поэтому используется субхунтив. Седьмое. Me gusta que la gente leer. Me gusta que la gente leer.
Давайте думать про главу layer. Layer. Глагол второго спряжения правильный. Давайте образовывать формы. Производим замену гласного. Глагол на R, значит, будет появляться у нас гласный А. Леа, леаш, леа, мы. Леамос, вы, леайс, они, леан. Значит, меуса, ке ла хенте, для ла хенте, хенте, люди, народ, всегда по-испански используется в единственном числе. Значит, меуста, ке ла хенте, леа. Меуста, ке ла хенте, леа. Мне нравится, чтобы люди, да, люди читают, или чтобы люди читали. Тут, возможно, варианты с переводом. Ла хенте всегда используется по-испански в единственном числе. Поэтому мы с вами скажем «Me gusta que la gente lea». Восьмое. «A Marisa no le gusta que Gregorio la llamar todos los días». «A Marisa no le gusta que Gregorio la llamar todos los días». Давайте смотреть. «Llamar» – глагол у меня на «ar». Для того, чтобы поставить его в субъектив, мне нужно произвести замену гласного. «A» буду заменять на «e». Я уверена, что после сегодняшнего урока данная тема и отрицательный императив, и образование presente do subjuntivo, особенно в правильных глаголах, будут вам просто кристально понятны. Главное, чтобы вы также довели до автоматизма вот это умение заменять гласные и образовывать ту самую форму presente do subjuntivo или отрицательного императива. Посмотрите глагол на ar, llamar, меняю «а» на «э» и получаю «яме», «ямес», «яме», «ямемус», «ямеис», «яме». Нужная мне форма в данном случае третье лицо единственного числа. Он, Григорио. Поэтому «Амариша ноле уста», «Амариша ноле уста», «ке Григорио ла яме todos los días». «Амариша ноле уста», «ке Григорио ла яме todos los días». Марисе не нравится, что Григорий ей звонит каждый день. Опять-таки, говорится про какие-то чувства Марисы, да, а звонит ей Григорио. То есть здесь у нас в предложении участвуют два человека. Поэтому очень удобно себя проверить. Вот ясная история с субъективом. Девятое. Охала. Ну, охала само по себе вам всегда подсказывает, что будет субъюнктив. Хоть бы. Выражение желания, пожелания какого-то. Хоть бы. Ojalá vosotros ser felices. Ojalá vosotros ser felices. Первый глагол ser, начиная его спрягать в presente subjuntivo. Yo sea, tú seas, él, ella, usted sea, мы seamos, вы seáis, и ellos sean. Ojalá vosotros, тут мне подсказывают, какая форма мне нужна. Ojalá vosotros seáis felices. Ojalá vosotros seáis felices. Хоть бы вы, vosotros, были счастливы. Хоть бы вы были счастливы. Далее, десятое. Espero que llegar pronto tus amigos. Estoy muy cansado de esperar. Espero que llegar pronto. Llegar, приезжать, прибывать. Глагол на ar. Для начала изменяю глагол llegar в субъюнктиво, чтобы понять, какие формы вообще есть. Потом буду из этих форм выбирать. Итак, yo в субъюнктиво. Llegue. Посмотрите еще раз вот на эту форму. Llegar. Llegue, llegues, llegue. Lleguemos, llegues, lleguen. Посмотрите вот здесь пятое предложение. Когда будете прописывать эту форму, не забывайте о дополнительном у, да, дополнительной букве у, для того, чтобы не звучало ехен, чтобы не звучало ехен. Итак, еге, егес, еге, егемус, егейс, еген. Теперь смотрю, какая форма мне здесь нужна. Мне будет нужна последняя форма. Эйус, эйас, устед, в данном случае эйус, да. Espero que lleguen pronto, espero que lleguen pronto tus amigos. Я надеюсь, что твои друзья lleguen pronto, что они приедут скоро. Estoy cansada de esperar. Estoy cansada de esperar. Я cansada, устала de esperar, ждать. Я устала ждать. Давайте смотреть.
espero que lleguen pronto tus amigos. Espero yo, van a llegar tus amigos, да? Выражение, пожелание, надежда, рекомендация, все что угодно. Я надеюсь, что твои друзья приедут скоро, потому что я estoy muy cansado de esperar, я очень устала ждать. Надеюсь, я, а приезжать будут твои друзья. У нас есть объект, есть субъект. Поэтому, в частности, у нас используется presente de subjuntivo. И, друзья, я надеюсь, что это понятно. Да? Мы с вами разобрали правильные глаголы, мы с вами посмотрели 10 примеров. У вас будет, безусловно, еще и задание дома на то, чтобы отработать эти примеры. А мы с вами давайте также бегу. Теперь, когда нам все понятно с правильными глаголами, посмотрим на глаголы неправильные. Посмотрите, пожалуйста, поскольку presente de subjuntivo у нас образуется от формы первого лица единственного числа, то есть от формы я, по-испански yo, да, от формы на yo, то все те проблемы, которые у нас были в presente de indicativo, да, все те проблемы, которые у нас были в настоящем времени, в наклонении индикативу, они все будут сохраняться у нас в presente de subjuntivo. А именно, что за проблемы у нас были? У нас есть глаголы, у которых есть, например, дифтонг F и E. Да? Например, querer, любить, хотеть, желать. Quiero, quieres, quiere и так далее у нас были формы в presente de indicativo. Здесь, помимо того, что есть проблема в основе, мы еще не забываем с вами менять класс. Таким образом, в субъективе, да, хотеть, желать, любить и так далее. Quiera, quieras, quiera, queramos, queráis. В формах на nosotros и vosotros у нас не бывает с вами дифтонгов, вы помните это. И ellos, ellos ustedes quieran. Да? Sentir, например. Чувствовать или сожалеть. По-испански первая форма, я сожалею, чувствую, siento, siento, да? Lo siento, или lo siento, мне жаль. Да, все то же самое, только поскольку вы будете sentir, и меняется у нас на а. Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sienta. Если сейчас на этой табличке вы увидели для себя что-то новенькое, что-то невыученное, пожалуйста, вернитесь к этому и посмотрите форму глагола querer, sentir, pedir, poder, jugar в presente de indicativo. Потому что субъюнктиво в данном случае будет у нас отличаться окончаниями на противоположный глаз. Глагол pedir, просить. Это у нас глагол с стяжением. Е переходит под ударением в и. Да? Давайте смотреть. Помимо того, что «е» переходит под ударением «и», еще и появляется противоположный гласный. И на «а». Смотрите. «Пида», «пидас», «пида», «пидамос», «пидайс», «пидан». «Пида», «пидас», «пида», «пидамос», «пидайс», «пидан». Ну и, например, глагол, который имеет отклонение «ов», «уэ». Тут дан глагол «волвер», но тут мог бы быть и глагол «волвер», и глагол poder, volver, devolver, revolver, все производные от volver, соответственно, сюда же, в эту же группу. У ударение переходит в уэ. И не забываем менять гласные ER на второе спряжение с вами poder. Значит, в субъюнктиве появится а. Yo pueda, tú puedas, он pueda, мы. Там он, она и usted, правда? Él, ella и usted. Мы podamos, вы podáis, и они puedan. Volver, например, если взять, volver, то же самое, второе спряжение, будет появляться у нас а в окончании. Vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelvan. Jugar, посмотрите, у под ударением переходит в we, we. И также, как с егар, появляется дополнительная буковка у для того, чтобы не было хуэхэ. Чтобы не было хуэхэ, мы должны с вами будем использовать г, хуэгэ, да? Хэ, у, и получаем звук г. Хуэгэ, хуэгэс, хуэгэ,
Jugemos, juguéis, jueguen. Да? Какие еще глаголы у нас ведут себя так же? Глаголы, которые имеют сейчас немножечко увеличу, посмотрите. Глаголы, которые имеют еще дифтонги. Calentar. Да, в presente caliento. Значит, в субхунтиве будет caliente, calientes, caliente, calentemos, calentéis, caliente. Да? Calentar разогревать. Ferrar. Вот здесь будет появляться дифтонг. В presente первая форма fierro. Значит, закрывать, да, ferrar. Значит, я хочу, например, чтобы ты закрыл дверь. Quiero que cierres. А меняю на «э». Quiero que cierres, не знаю, там, la ventana. Empezar. Начинать. Empezar. «Э» будет переходить в «ие» под ударением, и «а» будет меняться на «э». Например, я хочу, чтобы ты что-нибудь начал делать. Да? Quiero que empieces, не знаю, a hacer la tarea de casa. Fregar. Мыть. Мы с вами говорили не так давно про всякие заботы по дому, да, надо, чтобы ты помыл, не надо, чтобы ты помыл. Quiero que friegues, friegues. Дифтонг F и E, и, соответственно, U появляется для того, чтобы не было friegues. Friegues, yo quiero que friegues. Gobernar, управлять. Gobiernas, gobierno. В presente de indicativo, значит, gobiernes, gobierne и так далее. В presente de subjuntivo. Pensar. F и E. Pienso, piensas, piensa. В индикативе, значит, в субпунктиве. Piense, pienses, piense. Regar. Поливать. Riegues. Да, riegue, riegues, riegue. То же самое. Defender, entender, perder. Не буду повторяться. Только вам здесь разбили глаголы, да, что эти глаголы с дифтонгом первого спряжения и глагола с дифтонгом второго спряжения. Defender. Значит, defienda, defiendas, defienda. Entienda, entiendas, entienda. Perder. Pierda, pierdas, pierda. Вот только вы улавливаете смысл, вы понимаете, как образовать первую форму, форму на ё. Дальше остальные вы образуете по аналогии. Давайте посмотрим. Такие же глаголы, как глагол sentir. Да? Divertir, hervir, preferir, mentir. Такие же глаголы, как pedir, conseguir, corregir, elegir, freír, impedir, medir, reír, seguir, servir, sonreír. Глаголы, как poder, contar, costar, encontrar, recordar, sonar, soñar, volar. Такие же глаголы, как poder, но оканчивающиеся на «er». Llover, morder, mover, soler, volver. Да? На самом деле, мне кажется, очень удачной и сама книга, и подборка, и идея работать с аналогиями. Да? Во-первых, само домашнее задание, помимо того, что я дам вам упражнение, конечно же, выписать и выучить глаголы, понять, какие к какой группе относятся, это прямо пункт ноль для вас, для всех. Я очень советую, потому что, когда вы прописываете, так же, как здесь, вот в этой табличке, которая у вас перед глазами, вы имеете возможность, вы просто, то, что называется, набиваете руку. Я очень-очень вам рекомендую. И, конечно, вот эта часть, которая у вас сейчас на экране, чтобы вы понимали, какие глаголы к какой группе отклонения относятся. Вам, правда, это очень поможет в вашей, так сказать, работе, в ваших разговорах, в вашем общении, в вашем знании языка. Como siempre, я думаю, что сейчас, конечно, есть определенные сомнения, определенная доля усталости, поскольку 40 минут вы слушали вот такие интенсивные грамматические объяснения, делали какие-то упражнения. Вы сможете сейчас немножечко передохнуть, дома спокойно разобраться и выполнить некоторые упражнения, ну а мы с вами продолжим на следующем занятии. Gracias a todos por la atención y nos vemos el viernes
de esta semana. Gracias a todos y adiós.